выладим. И сейчас создадим навигационный усилитель. Так, куда его воткнуть? Погоди, углерод на трубке, у меня их нету. Как-то нет, я же их делал. Ладно, тогда заново соберем. Надеюсь, мне хватит своего расщепителя. Так, значит, нанотрубки изготовить. Все, все есть, все готово. И устанавливаем наш усилитель. Давай-ка мы его поставим прямо тут возле корабля. Нет, туда нельзя, смотри-ка. Значит, сюда. Готово. Теперь надо к нему подойти. О, нифига себе. Связь с космосом какая. Давай сюда закинем данные, которые мы получили с звездолета. Обнаружение сигнала ванпоста, навигационные подпрограммы. Обнаружение элемента улучшения экзокостюма активно. Укажите навигационную задачу. Вот данных номер один. Все обнаружено, все активно. Укажите навигационную задачу. Сканирование аварийных частот. Перекрестная проверка навигации и нифига себе. Воу. Да, облако, конечно, вообще вот сейчас в тему проплывает. Прям все видно. Опс, все, обратненько. Как бы что-то нашлось. Расшифрованные координаты, я понял. 1000 метров, мне надо туда бежать теперь. А мы бежали в тот раз вон туда. И там-то как раз я нашел жилые модули с герметиком. Оу. Ну что ж, бежим туда к расшифрованным координатам. Так, да, мне нужно еще где-то кислородику найти. Давай искать по пути кислород. Что-то у нас. Это неинтересно. Там у нас натрий где-то есть. А мне нужен кислород. О, как-то я неудачно вышел, да? Приближается опасная погода, а именно ливень. Был бы классно, если бы я где-нибудь сейчас спрятался. Ух, плохо мои дела, нужен срочно кислород. Давай-ка просканируем это дерево, может в нем есть кислород. Хотя я что-то сомневаюсь. Углерод и азот. Нету, нету ничего. А вот и буря прилетела. Ну, учитывая, что очень сильный ливень, прям буря, придется возвращаться обратно к звездолету. Ты посмотри, как у меня щит уменьшается, это просто дичь какая-то. Все, я вернулся. Думаю, что сегодня я уже точно никуда не пойду, надо переждать этот ливень. Воу, воу-воу-воу. Смотри, какие здоровые зеленые грибы, давай проверим, что это такое. Это скопление грибов. В них содержится элемент грибковая плесень. Хм, для чего бы она мне могла бы пригодиться? Ох. Ой-ой-ой-ой, кажется, там было что-то ядовитое, и кажется, я с него могу добыть что-то. Давай сейчас проверим, что это такое. Ядовитая железа. Что? О, в ней есть кислород! Отлично, давай добудем ее. Кислород нам всегда нужен. 300 метров осталось до расшифрованных координатов. Еще чуть-чуть. И система жизнеобеспечения подходит к концу. Итак, где это место? О, как оно там внизу, что ли? Что-то там по-любому потерпело крушение. Еще одна база, прикинь? Ну ладно, пошли. Пошли к этой базе. Что у нас там, сейчас узнаем. Только щит подзарядить надо. Подзарядить надо щит. Вот так. Хоть чуть-чуть, но подзаряжу. Спускаемся, короче, на джетпаке. Вот так вот. А-а-а! Блин, джетпак засранец закончился. Черт. Завершен важный этап путешествия. Ху-ху-ху. Да, это было далеко. Пройдено 8000 элементов. Элементов или чего, фиг пойми. Так, давай заходим. Точно такая же капсула. Сейчас я здесь, наверное, тоже герметик достану. Ну да, 6 из 7 журналов. Воспроизведение записи. Я, как обычно, опередил квест. Опередил события, когда дошел до прошлой капсулы. В общем, понятно. Забрать припасы. В общем, все то же самое. Смотри, получен герметик. Да. Теперь надо возвращаться на свой звездолет.
Кстати, давно хотел просканировать вот этих существ. Давай попробуем. Узнаем, что это такое. Итак, это эль патугре. Очень старое животное. Он ест в основном грибы и обладает высоким интеллектом. О, кстати, маяк. Пойдем-ка меточку оставим, что мы здесь были. Так, точка маршрута, отмечаемся. Воу. Нифига себе, я полмира открыл. Смотри, сколько всего разноцветного. Блин, а там дальше какая-то еще одна база есть. Офигеть. Но обнаружено небольшое поселение. Вот я сейчас свой звездолет починю, и мы туда с тобой полетим. Посмотрим, что там за поселение. А пока надо отсюда валить, потому что у нас щит заканчивается, блин. Не взлететь туда. Так, натрий. Где же ты, натрий? Ты мне сейчас очень нужен. Вон он. Бежим к нему. Токсический урон. Технология заряжена. Быстрее бежим. Эх, чуть-чуть осталось. У меня щит закончился. Фух. Есть. Наконец-то дошли. О, отремонтируйте импульсный двигатель. Так, значит, открываем инвентарь. Импульсный двигатель. Ремонтировать. Есть. Мы наконец-то с тобой починили наш звездолет. Ага, подожди. Мы еще взлетный ускоритель не починили. Рано я обрадовался. Нужен чистый феррит и дегидрогенный гель. Ну, феррит там мы сейчас с тобой быстренько наберем. И гель, я думаю, тоже не составит труда сделать. Вылазим. Как мы с тобой помним, дегидроген добывается из таких вот синеньких кристаллов. Сейчас мы его заберем. И потом сделаем этот гель. Наверняка я умею делать этот гель. Ну вот, дегидроген собран. Открываем инвентарь. И создаем дегидрогенный гель. Есть. Смажьте взлетный ускоритель дегидрогенным гелем. Сейчас смажем. Взлетный ускоритель. Смазать. Готово. Осталось найти чистый феррит. Но феррита здесь полно. Любой камень просто расщепляем и все. О, что это такое там показывает? Засыпанный технологический модуль. Где это он тут? Он под землей, что ли? А, жалко мне туда пока не добраться. Ладно. Есть, феррит собран. А, нужно изготовить металлическую обшивку. Только зачем? Создал. Нужно найти кислород в этот раз. О, кстати, смотри, здесь у нас, по-моему, пещерка. Можно спуститься. Там-то мы с тобой по-любому найдем кислород. Пойдем-ка сюда. О, точно, смотри, сколько токсичных этих. А, я туда, походу, не пролезу. Блин, придется отсюда тогда лупить по ним. Наконец-то. Итак, мы создаем сейчас с тобой новое оборудование, чтобы мы могли создать чистый феррит. Значит, размещай вот эту штуку вот здесь. Вот так. Подходим к ней и смотрим, что нужно, чтобы сделать. Подожди. Вначале нужно залить туда топливо. То есть надо зарядить ее углеродом или сжатым углеродом. Ну вот у меня есть тут немножко сжатого. Вот так. Смотри, значит, вот сюда мы вводим сейчас феррит. То как это сделать? Переместить. X надо нажать. Во! Феррит. Где он у нас? Вот он. Сюда феррит. А здесь мы получим на выводе чистый феррит. Все, здорово. Нажимаем начать. А, не, подожди, надо поменьше феррита получить. Вот, давай-ка мы вначале с тобой двадцаточку получим феррита. Посмотрим, что это такое. Опа. Воу. Мощно, как там все крутится, вертится. Готово. Все, это я забираю, да? Все забрали. И надеюсь, что теперь все. Мы можем отремонтировать полноценно наш звездолет. Залазим внутрь. И ремонтируем наш взлетный ускоритель. Ну, наконец-то. Я вроде бы все починил, уже больше нечему ломаться. Да, корабль отремонтирован, пусковые системы готовы. Все системы исправны, ищите ответы среди звезд. Нажмите W, чтобы взлететь. Ну что, полетели в наше небольшое поселение. Сейчас посмотрим, что у нас там.
Эй, я нажимаю W. И это... Давай, корыто, взлетай. Прикинь, не взлетает. Сейчас, подожди, я выйду. Еще раз обойду свой звездолет. Вроде ничего не дымит, не горит. Опять залажу. И нажимаю W. Оу! Воу-воу-воу, круто, мы взлетели. Так, а можно как-нибудь вид поменять? Вид от третьего лица сделать можно? Ладно, пока это не важно. Летим, короче, вон туда, к поселку нашему. Блин, как же круто перемещаться на этом долбанном звездолете, которым очень трудно управлять. Удерживайте Shift для ускорения. Ну давай попробуем. Воу-воу-воу, нифига себе. Вот это нитро. Так, кажется, мы слишком низко летим, надо повыше взлететь. Где это поселение? Мы почти прилетели. Почти прилетели. Где-то здесь поселение. Вот оно, смотри. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо. Надо так переворачиваться, не это. Не пугай меня. Так, если я вот так вот сейчас сяду, это нормально будет? А как сесть-то? Капец. Где эта инструкция по вождению этим звездолетом сраным? Как сесть? А, вон туда мне надо, походу. Сейчас. Так, вот сюда мне надо, походу, да? Сейчас летим потихонечку. Нажмите Е, чтобы начать приземление. Сейчас начну. Вот, нажимаю Е. Фух, это было нечто. Никогда не водил звездолеты на моей памяти. Склерозной. Выходим. Пойдем, зайдем, глянем, что у нас тут за поселение. Есть кто живой? Прикинь! Чуваки какие-то сидят. Офигеть. Ладненько. Короче, звездолет я починил. Пора немножко передохнуть, а то несколько суток не спал. В общем, если тебе понравилась эта игруля, и ты хочешь продолжения, а продолжение по-любому будет увлекательным и интересным, как и начало, то из тебя лайкосик под видосик, а также твой комментосик. Ну и не забудь подписаться на канал, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить новых приключений. Все, до встречи, жду тебя на следующем видосике. Покеда! Чао, бомбито, капито!